Всем привет! Сегодня хочу показать мотоцикл, за которым была поездка в Ульяновскую область. Ну, кто смотрит мои ролики, то видели его весь в пыли, когда его доставали из гаража. Ну вот, его привез я домой, отмыл, произвел небольшую ревизию топливной системы, промыл бак, промыл карбюратор. Заменил контакты на зажигании. Ну, в принципе, мотоцикл сразу же завелся. Ну, вполне прилично работает. Вот. Ну, конечно, я ожидал, что мотоцикл будет опять же новым. Все-таки интересная достаточно модель. 301. Ну... Как очень часто бывает, чудо не сложилось. Ржавчина, царапины, ну и так далее. Ну, в целом, неплохо. Куплен был за достаточно небольшие деньги. Ну, конечно, немного расстроен, но... Все в целом неплохо. На родной резине мотоцикл, весь в родной краске, двигатель никто не лазил. Ну и работает, ездит, даже немного прокатился, все везде исправно. Родной чехольчик на сиденье, оригинальный. Модель эта 301 выпускалась с 77 по 81 год. Данный экземпляр у нас 80 года. Кстати, еще что меня заинтересовало с живыми документами. Экспонат. Ну, в принципе. Буду заканчивать обзор на это чудо. Всем пока. До новых встреч.